Мы рассматриваем серию видеороликов «Совершенствование проектирования железобетонных конструкций, выявление, устранение, предупреждение ошибок», представляющих собой видеоотчет об объединенном заседании советов по железобетонным конструкциям и по программным средствам строительства. Это второй видеоролик, представляющий введение к моему сообщению на заседании советов. Цели совершенствования состоят в следующем. Первое. Добиться полного соответствия выпускаемой документации нормам проектирования. Второе. Увеличить надежность конструкции. Третье. Уменьшить их стоимость и материалоемкость. Четвертое. Существенно ускорить процесс проектирования, добиться снижения его трудоемкости, уменьшить вероятность возникновения ошибок. План сообщения. Сообщение состоит из четырех частей. В первой части я расскажу о выполненном нами анализе состояния расчета железобетонных конструкций по различным программным комплексам. Будет показано, что состояние это весьма далеко от удовлетворительного. И в остальных частях сообщения я расскажу о том, как, по моему мнению, эту ситуацию можно исправить. Во второй части я расскажу о программе ОМСНИП «Железобетон» и о возможности использования ее как инструмента повышения надежности конструкции. В третьей части я обращусь к возможностям повышения экономичности конструкции, расскажу о том, как можно сделать конструкции менее металлоемкими и более дешевыми. И, наконец, в четвертой части я обращусь непосредственно к проектированию, расскажу о том, как можно сократить трудоемкость и сроки проектирования при минимизации ошибок. Несколько слов о стиле изложения. Материала здесь очень много, и, конечно, я не смогу останавливаться на деталях. Однако весь этот материал опубликован, и я буду ссылаться на публикации, так что заинтересованные лица смогут обратиться к этим публикациям и выяснить все интересующие их детали.